Из этого выпуска вы узнаете, как можно скоротать досуг с пользой для ума. Мы попробуем разобраться, почему так популярны в Иванове интеллектуальные поединки. Мы расскажем, как изменилась жизнь кохомских девчонок, сестер Колмогорцевых после участия в шоу «Лучше всех». Расскажем, какие животные населяли территорию Ивановской области 220 миллионов лет назад. А также познакомим вас с необычайно сложной, но красивой сутажной техникой создания украшений. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире авторская передача «Культурный слой» и я ее ведущая Любовь Почерникова. Культурные люди и отдыхают культурно. Главная тема этого выпуска посвящена интеллектуальным поединкам в Иванове. Попробуем разобраться, кто и для чего в них участвует. В русском переводе книги Стивена Фрая говорится, что история странствий одного человека учит тому, насколько осторожным нужно быть в неведомых нам водах. Назовите национальность этого человека. Всего одна минута на то, чтобы дать единственно верный ответ. В эту игру уже вовлечены 50 городов России. Иваново не исключение. Клубу 60 секунд уже почти 2 года. Интерес к интеллектуальному досугу не угасает. Взрослые люди могут пойти провести время здорово, потому что помимо театра, кино и ресторанов, куда, согласитесь, не каждый день, да, и не так регулярно мы ходим, взрослым людям не так уж много есть мест, куда можно пойти. Сначала к игре подключились чуть более десятка команд, теперь их почти 40. Есть даже определенные сложности с помещением. Не каждый зал может вместить такое число игроков. Скоротать вечер сюда приходит более 100 человек одновременно. Прихожу каждый четверг, а прихожу для того, чтобы отдохнуть, развлечься немного, потренировать свои извилины. Вот такой интеллектуальный досуг. Это же такая игра, как бы, это как ЧГК, как что никогда, только весело и в ресторане. И каждый может ответить на какие-то вопросы, почувствовать себя знатоком. Команде «Эрудиты бикини-ботом» исполнился ровно год. И столь значимое событие не остается без внимания, как и любые другие праздники участников клуба. Но для кого-то 60 секунд – это уже гораздо больше, чем просто игра. Здесь сложились несколько пар. В прошлом году у нас была самая романтическая история, которая закончилась свадьбой. Взрослые люди, им по 47 лет, которые когда-то были одноклассниками, но после этого не виделись. Вот они играли в одной команде полгода и поженились. По словам Елены Тугариновой, на очереди еще как минимум 2 свадьбы. Лада Литова и Михаил Сибирцев представляют разные команды, но вне игры они всегда вместе. Играем очень давно, и с самого начала этот клуб очень полюбился и стал очень родным. Несмотря на то, что он сейчас очень большой и много команд, и классных ребят в нем играет. Несмотря на это, как бы мы остаемся большой и дружной семьей. Вот. И наша мама Лена Тугаринова всегда что-то интересное придумывает. Вот, спасибо ей огромное за это. И, собственно, могу сказать спасибо за то, что клуб свел меня вот с этим замечательным человеком по имени Михаил. Чтобы победить в этой игре, не обязательно быть 7 пядей во лбу. Секрет успеха, наверное, заключается в том, чтобы не стесняться предлагать различные версии, потому что вопросы в некоторых случаях их можно додумать, да, то есть не обязательно быть эрудитом, знатоком что, где, когда, например, чтобы выигрывать, а достаточно иметь чувство юмора, достаточно иметь логику, ну и, соответственно, хорошую компанию, в которую вам будет интересно побеждать. Важно внимательно слушать вопросы, в них не бывает ни одного лишнего слова. Некоторые люди думают, что они придут, не ответят ни на один вопрос и будут чувствовать себя глупыми. Ну, на самом деле, это не так. Вопросы так хитро построены, что хотя бы 10 вопросов возьмет вот даже новичок. Вот. Часть вопросов, конечно, сложные, их берут уже только опытные команды. Но у нас даже в рамках вот этой игры 2 лиги – профессионалы и любители. Мы выбираем среди самых сильных одного победителя и среди всех остальных, которые пока чуть слабее. Символ клуба – сова, а потому Буран здесь частый долгожданный гость. Сделать с ним фото на память желают все без исключения. Совы сами по себе особо умом не отличаются, но как бы им это не нужно. У них есть полный арсенал для того, чтобы добивать себе добычу. Это они входят в тройку самых удачливых хищников в мире. Поэтому это только с виду они кажутся мудрыми. Игра 60 секунд объединяет людей разных возрастов от 18 и до бесконечности. Юристы, программисты, врачи и учителя приходят сюда, чтобы получить заряд позитива. Чтобы начать, не обязательно собрать команду. Единомышленники найдутся всегда. Трио «Аккорд» теперь известно по всей стране. Как изменилась жизнь кохомских аккордеонисток, сестер Колмогорцевых после участия в шоу «Лучше всех» узнаете из нашего следующего материала.
О проекте лучше всех девочки вспоминают и рассказывают с удовольствием. Встречи с Максимом Галкиным они особенно гордятся. Нам понравилось выступать, когда мы играли под ним Парижа. Там был мим. Очень смешной. Там было два дубля. Там один не показали самый хороший, который нам с девочками понравился, как Максим Галкин. Помните, что он делал-то? Ага. На него лили воду, а он зонтиком отмахивался от мима, он его поливал. Ну, было очень смешно вообще. И мы еще познакомились с Дарьей Антонюк. С Дарьей Антонюк. Сейчас музыка сестры занимаются минимум 4 часа в день. А если впереди выступления, и того больше. Известность на всю страну не позволяет расслабиться. Нас стали очень часто звать на всякие выступления, узнавать на улице или на всяких концертах. После этого выступления нам теперь приходится заниматься в 2 раза больше. После участия в шоу из 2 престижных московских музыкальных школ поступили предложения продолжить обучение в столице, и родители согласились. Переезд запланирован на октябрь. Родители уверены, что увлечение музыкой перерастет в профессию. Девочки продолжат обучение в музыкальной школе при Российской академии музыки имени Гнесина. Кроме абсолютного слуха, у сестер Колмогорцевых отличная память. 4 года обучения в музыкальной школе хватило сполна, чтобы это понять. При нормальном среднестатистическом подходе к обучению школьника, да, в музыкальной школе, достаточно выучить за год 3 пьесы. Ну, то есть это нормальный такой план. Они выучили у нас за последний год в трио больше 10, еще сольно. Милана побольше, там около 8, а девчонки 6 пьес, те же Соснежи. То есть это показатель очень высокий. На первом месте в этой семье музыка, хотя девочки еще любят рисовать и с удовольствием катаются на роликах и велосипедах в свободное время. За небольшой промежуток времени после шоу они смогли завоевать гран-при 3 международных конкурсов. В Москве, «Колыбель России», мы создали «Золотое кольцо». В Казани. Казань – музыкальный дом. А рецепт такого успеха прост. В трудолюбие. Усидчивости. То, что мы не как все гулять идем, а занимаемся дома. Впереди у Колмогорцевых участие в эфире программы «Доброе утро». И, ни много ни мало, поездка в Голливуд. Девочки получили приглашение принять участие в аналогичном зарубежном проекте. Своей палеонтологической коллекцией Ивановский музей камня особенно гордится. Центральный экспонат в ней – фрагменты скелета лабиринтодонтов, морских обитателей, возраст которых насчитывает свыше 220 миллионов лет. Два года назад Ивановский музей камня совершил экспедицию в деревню Жажлево Заволжского района. На реке Еловица на триасовых выходах, которые образовались много миллионов лет назад, были обнаружены косточки лабиринтодонтов. Это были существа, похожие на ящериц и крокодилов, но вместе с тем предки обычных лягушек. Никогда вот в этом районе останки лабиринтодонтов не были найдены. В основном находили их по правому берегу. Решмы, Семигорье, Плёс, и изучали их известный ученый, например, тот же Иван Антонович Ефремов. И вот здесь нами впервые были найдены находки лабиринтодонтов на левой стороне Волги, на левом берегу. И на всех картах там показаны не очень большие выходы Триас, а здесь достаточно, мы обнаружили, что они очень мощные и очень богатые, так скажем, на возможные потенциальные находки. В экспозиции представлены фрагменты нижней челюсти лабиринтодонта ветлугозавра и его передней лапки. Есть еще слепок черепа ангузавра, но найден он уже в черте областного центра. Данные находки позволяют понять, как изменялся ландшафт местности, кто и в каких условиях здесь обитал. В пермском периоде немножко раньше было море теплое, мелководное, очень соленое море. От него как раз остались, например, наши сосневские минеральные источники. Вот, там же залежи соли, относящиеся к тому времени. А вот уже позднее, около 170 миллионов лет назад, нам вновь пришло море, это юрский период. У нас водились ихтиозавры, бельмниты, аммониты, головоногие знаменитые моллюски. Вот, а вот в Триасе у нас была суша, заболоченная озерная суша. Вот в ней как раз водились лабиринтодонты. Когда в Иваново приезжали специалисты из Москвы, они оценили значимость находок, сообщив, что это открытие, по крайней мере, федерального значения. Вот такая история.
Необычайно красиво и необычайно сложно. Именно так можно охарактеризовать работу в сутажной технике. В нашей рубрике «Мастерская» познакомим вас с искусницей Ольгой Борисовой, которая не жалеет времени на любимое увлечение. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Любовь. Расскажите, пожалуйста, про особенности этой сутажной техники, что вообще она собой представляет, откуда появилась? Сутажная техника зародилась достаточно давно. Еще молодые барышни украшали им свою одежду, создавая различные украшения, браслеты, сережки. Очень пользовалась модой сутажные пояса. Ну и на данный момент в нашем мире рукодельницы не оставили без внимания этот материал и стали делать такие же прелестные украшения, как и раньше. Вот что собой представляет сутажный шнур. Это переплетенные между собой нити. Мне он напоминает детскую косичку, колосок. И в дальнейшем, который обшивается либо бусинами, либо такими камнями, как, допустим, уральские самоцветы, различными бусинами, кристаллами и бисером. И создается в дальнейшем украшение. Как давно вы освоили эту технику? Сложно ли было это сделать? Ну, занимаюсь я уже где-то 1.5 года. Если честно, я даже не планировала этим заниматься. Никогда не видела себя дизайнером украшений. Однажды просто наткнулась на картинку в интернете, понравилась, решила попробовать. Вот занимаюсь. Техника несложная, но достаточно трудоемкая. Не всем удается высидеть такое количество времени. Допустим, на создание одной сережки может уйти до 3 часов. А вот легко ли вообще найти материалы? Потому что некоторые считают, что вот эти... Да, сутажные нити. Сутаж. Очень сложно его найти в магазинах. Ну, в Иванове у нас найти можно, конечно, выбор небольшой. В основном у нас в Иванове это китайский сутаж. Я им не работаю, потому что он очень мягкий и плохо поддается дрессировке. Линии не особо ровные получаются. Я использую жесткий сутаж, белорусский. Он плотный, мне нравится. Какие инструменты потребуются? Что-то особенное? Особенного ничего не нужно. Я использую клей, если мне необходимо приклеить какой-то элемент. Клей я беру специальный для страз, чтобы не разъела подложку. Нити, так, мононить. Мононить – это очень похоже на леску, только более тонкая и более упругая. Она не рвется во время работы, но очень часто путается, поэтому нужно быть очень аккуратным. И, конечно же, очень-очень тонкие иголки. Ну и, конечно же, сам сутаж. Вы сказали, что одну только сережку можно 3 часа делать. Что мы с вами сможем успеть за какой-то, да, небольшой промежуток времени попробовать? Я готовить? Предлагаю повторить элемент вот такого ободка. Ну, небольшой сделаем, допустим, вот эту вот часть. Что нам для этого понадобится? Понадобятся бусинки. Берите любую понравившуюся бусинку. Вон, там. Угу. Бусинка. Мононить. Много ли нужно нити? Ну, если изделие большое, можно взять среднюю длину. Но я обычно длинную не беру, потому что она путается. Ушки очень тонкие, угу. Да. То есть тут продеваем. Так, измеряем. Готово. Хвостик оставляем желательно побольше, потому что это не нитка, она не такая послушная, как нить. Так. Берем угу. зажигалку или спички. Так. Угу. И подпаливаем кончик. Который длинный, да, у нас? Да. Много ли нужно? Вот это вам. Угу. Берите тоже зажигалку. Кончики тоже желательно подпалить немножко, потому что он начнет подпаливаться, распускаться. Угу. Мы уже ничего с ним сделать не сможем. Так, берем шнур, угу. складываем его. Очень важный момент. Смотрим, чтобы он лежал правильно. Нити в одном направлении, вот эти переплетенные были в одном направлении, чтобы он смотрелся однородно. Берем бусинку, прикладываем и как бы вот так вот окутываем. Теперь мы берем нашу иголочку с ниткой, пропускаем ее вот в это отверстие. Как бы нам нужно прошить, скрепить ее. Через ниточку? Через ниточку, да. И самое главное дело, чтобы ниточка у нас попала вот в этот вот промежуток, где нити сходятся в один. Если иголка плохо идет или не идет совсем, значит, не туда попали. Вынимаем, пытаемся заново сделать. Ясно. Теперь мы возвращаемся обратно, вот откуда у нас ниточка вышла. Да, и пропускаем опять через эти отверстия. Вот ну, так вот смотрите. У нас получается, вот так вот. Угу. Так. Следующий этап у нас.
вот эти нижние хвостики нужно соединить вместе, чтобы образовалась капелька такая. Так, каким образом это делать? Можно просто спуститься вниз, потому что мы потом задекорируем это бисером. То есть леску видно не будет? Да, она прозрачная, ее практически не видно. Так. Теперь вот смотрим, как на этой заготовке. Нам нужно ее обшить бисером. Так, нанизываем одну бисеринку на иголку. Я уже сделала. И возвращаемся, вот где у нас вышла ниточка, возвращаемся и проходим только первый шнурок, чтобы она у нас легла, не топорщилась. Возвращаемся. Через шнурок? Да, через этот же шнурок, первый в это же отверстие. Хотя задача непростая, очень мелкая все. Очень мелко, да, и достаточно долго это все делается. Так. Так, пришили. Теперь берем следующую бисеринку. И как бы также ее пришиваем. А сейчас вообще такие украшения не пользуются популярностью или все-таки это на любителя изделия? Популярностью, конечно, пользуются среди тех, кто любит ручную работу. Кто не ценит ее, конечно, не понимают. В итоге мы должны полностью обшить бисером нашу бусинку. Это покажем на примере вот этой заготовки. Обшили. Затем мы берем сутаж другого цвета. Цвет, естественно, любой, в зависимости от изделия. Здесь у нас палитра коричневая плюс беж. Берем также потом бежевый сутаж. Здесь понадобится нам чуть больше. 4 отрезка. Вязаем. А схемы найти для рукоделия просто? Или не может быть каких-то схем? Можно спокойно и смело фантазировать? В интернете, конечно, много примеров, но точь-в-точь работу достаточно сложно повторить, потому что у каждого мастера есть свои секреты. По фотографии, естественно, не видно, какой размер бусины, какой сутаж, какой номер бисера, опять же. И поэтому в ходе работы может что-то поменяться. Но так общие схемы можно найти, это общедоступно. Обшили бисером, берем сутаж другого цвета и по такой же схеме пришиваем его к бисеру. То есть через каждую бисеринку? Через каждую бисеринку, да, чтобы потом, когда изделие будет носиться, не было пробелов. Принцип работы понятен. Теперь главное терпение. Берем бусинку. Бусинки размер может быть любой, в зависимости от того, что вы в дальнейшем хотите получить. Мы ее прикрепили. И теперь просто заворачиваем и прячем. То есть самое главное все вовремя спрятать. Да, чтобы все это было красиво, аккуратно. Также ее фиксируем. Да. У вас очень красиво получается. Я думаю, у меня бы так не получилось. До первого раза точно. Вот что у нас получается, и вот эти вот, скажем, ушки, да, нам нужно будет закрепить, чтобы они не разъезжались. Тоже сшить. Тоже сшиваем, да, и получается у нас в дальнейшем вот такой вот элементик. Да, здорово, конечно. Время летит, честно говоря, незаметно. Спасибо, что нашли. Вам спасибо. Время, да, чтобы показать нам, объяснить. Да, спасибо большое вам. Вам спасибо. Было интересно, познавательно. Очередной театральный сезон Ивановского областного театра «Кукол» начнется уже 3 сентября. В 12 часов дня зрители увидят веселый спектакль с чудесами и превращениями «Маленькая колдунья». Новый театральный год обещает быть необычайно насыщенным. Мы сразу же уезжаем в сентябре на фестиваль театров «Кукол» во Владимир со спектаклем «Азбука вежливости». В октябре у нас гастроли в Белгороде с тремя спектаклями. В ноябре у нас поездка на Сахалин на международный фестиваль театров «Кукол». Очень большим событием для нас явится приезд сюда польского режиссера Марка Вашкеля со своим спектаклем. Это профессор Варшавской академии театральной. И вы знаете... Наверное, у каждого кукольника есть мечта хотя бы раз побывать на мастер-классе Марка Вашкеля. А нам вот такое предстоит в нашем театре, это счастье. Кроме того, в театре на первую половину сезона запланированы сразу две премьеры. В начале ноября наши зрители увидят спектакль «Терешечка» по русской народной сказке. Это спектакль для детей от 3 лет.
веселый спектакль про Сережечку, про его приключения, про Бабу-Ягу, естественно. Это русская народная сказка, давно всем известная, но, как всегда, мы делаем несколько авторских спектаклей нашего театра. А вот к Новому году мы готовим спектакль про спящую красавицу, в котором будет занята вся труппа театра. Если в Терешечке только молодые артисты, то в спящей красавице вся труппа. Параллельно уже начата подготовка к 12-му международному фестивалю театров кукол «Муравейник», который пройдет в апреле 2018 года. На этом все. Очередной выпуск передачи «Культурный слой» смотрите ровно через 2 недели. До новых встреч!